Всем привет, ребят, с вами Скорп, и сегодня я для вас подготовил два ролика, в которых я совершенно не понимаю критики. Так как комментируете вы, поэтому у вас и спрашиваю, почему именно так, а не по-другому? Первый ролик, что вы увидите, был снят точно так же, как выкладывают в группе. И такие ролики в 90% случаев не подвергаются критике. Пишут: молодец, красавчик, круто играешь, шедеврально смонтировал. Вот, посмотрите. Вот такие вот ролики набирают одобрительные комментарии. То есть, если собрать моменты по 1 кило в голову и напихать в ролик всю шару, которую ты повесил абсолютно случайно, смотрится куда круче, чем любой хороший и даже профессиональный монтаж. Чем первый ролик лучше, чем этот? Won't
А такие ролики, мои или даже чьи-то чужие, в группе пользуются исключительно плохими комментариями. И неважно, как ты смонтировал, профессионально или нет. Неважно, как и сколько ты убил, 10 за раз или 20, все равно тебе пишут, что ты лох. Я не понимаю этого бреда. Если уж на то пошло, то такие ролики, как первый, я могу выпускать хоть каждый день. Многие пишут, киллы так себе, а игра хороша. То есть, бегая и убивая по одному человеку, но при этом тупо дергать мышкой и делать какие-то непонятные движения, при этом постоянно меняя оружие, игра окажется профессиональной. Такого бреда вот реально не понимаю. Как по мне, вот такая вот игра — это тупо выебоны, которые тебя в конце концов приводят к гибели. И замечал я это далеко не один раз уже. В общем, ребят, не стесняемся, высказываемся, и может быть, наконец-то я пойму, в чем прелесть таких роликов. Если кто-то знает, в чем прикол, то пожалуйста, напишите мне это в комментариях, чтобы я эту тему больше не поднимал. Заранее спасибо и пока.